Ну, сейчас вот по этому неверному отсвету вы, может быть, понимаете, что сейчас у меня день. Короче, я только встал, смотри, раннее утро. И пользуюсь моментом, что, значит, никого нет дома. Я быстренько играю, но скрипку уже наготове. Как только услышу, что открывается дверь, я схвачу скрипку, и как будто бы я занимался. Здесь, ребят, я уже... как бы попробовал. А, не, подожди. Как же я попробовал? Я еще как попробовал. Я уже продвинулся нехило. Мы здесь с вами, ребята, в самом прямом смысле этого слова, выходим на улицу. А ну-ка. Ага, это хорошо, что мы сюда прошли. О, это вообще хорошо. Какой вообще молодец. А это что такое, лопата? Смотри, нифига, пушка. Похоже на какой-то поршень. Ладно, неплохо. Неплохо, что мы взяли с вами, значит, все нужные лекарства. Так, это левел 1. Видели, мелькало? Надпись мелькала, увидели? Наверное, отражение от чего-то. Да, и вот здесь тоже она только что моргнула. Ну, экзит, да, сейчас мы увидим с вами улицу. И, как всегда, радость от того, что мы увидели природу, будет немножечко омрачена. Вон, стрельба уже идет. Я, честно, уже подумал о том, чтобы увидеть эту прекрасную листву Far Cry. А, видишь, они меня уже видят. А, вон оно как. Давай-ка, друг. Хорош. Это он, что меня там зацепил? Опять меня кто-то цепляет. Так. Ну, придется так или иначе сначала понять, что происходит, потому что тут, видимо, игра под это и рассчитана. Так, потому что иначе, понимаешь, ты никогда не знаешь, откуда стреляет, кто стреляет. А, вон они. Блин, прицел здесь херовый, конечно. Ага. Знаешь, тут тоже имеет смысл сначала высунуться, а потом вернуться за аптечкой.